Концерт необычных людей в областной филармонии имени Газизы Жубановой. Свое творчество показали люди с ограниченными возможностями. Концерт посвящен 85-летию Аксюбинской области и Экспо-2017. Организаторы задались целью обратить внимание общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями, оказать поддержку талантливым, особенным людям, создать возможности к их социальной адаптации. Кеште өмірге өнерге деген құштарлығы зор, мүмкіндігі шектеулі жандар бар өнерлерін паш етіп. На этом вечере выступают люди с ограниченными возможностями. Это люди, влюбленные в искусство, в творчество. Это возможность для них самовыражения и самореализации. Концерт проводим накануне праздника, к юбилею Актюбинской области.